программе в основном медленные песни, потому что обычно быстрые. Мы часто поем быстрые, а практически не поем медленные. И нам очень жаль, что мы их почти не поем, потому что все попадаем на танцевальные вечеринки. И сейчас медленная еще одна песня, которая называется «Томара». А называется она так как по-русски, так и по-португальски. Томара. Я вначале думал, что это такое вот имя через О, такое португальское имя, Томар. У нас Тамар, у них Томар. Нифига подобного. Оказалось, что Томара — это значит аж три слова на русском языке. Значит, ну хоть бы. И в Бразилии топики такие без лямочек называются Тамара Ке, что в переводе значит «ну хоть бы упал». По большому счету, смысл этой песни, ну хоть бы, он вполне соответствует. То есть здесь песни поются о Томаре, ну и ну хоть, ну. Ну хоть бы. Ну хоть бы, да, хоть бы. А вообще песня, конечно, получилась о учительнице, о бразильской учительнице. У нас таких учительниц нету. Ну и вот в этот первый, второй июньский денек я, конечно, хотела бы, так как я какое-то отношение имею. Имею к учителям, да, посвятить, поздравить всех учителей с окончанием учебного года. И вот, ну хоть бы. Девичье трепещет и страшно.